друзья, всех рад приветствовать на канале КЗРН-1337. Начинаем, собственно говоря, обзор боя, который был сыгран на Е3. Карта у нас Тундра, стандартный бой. Идем к третьей отметке на данной технике. Надеюсь, что в ближайшее время успеха мы, собственно говоря, достигнем. Играем во взводике с ВКшкой. А как будет отыгран, собственно говоря, мы сейчас и посмотрим, да? Так, и куда будем ехать? Играем слева, да? Играем для начала слева, и тут не мешало бы оставлять перекаточку. Засветились, да? Да. И аккуратненько перекатываем на левый фланг. И попытаемся вдвоем в соло сдержать этот фланг. Сейчас что-то будет, ребята. Сейчас что-то будет, точно. Гора наша, замечательно. Гору отжали. Сюда. Сюда, конь, сюда. Как хорошо конь работает, а? Как хорошо конь работает. Респектуля. Ой, как тут все сладенько. Как тут все сладенько. Сюда 700, сюда. Нормально, хорошо. Хорошо. Успеем? Это было прям... Ну как она не залетела? Как она не залетела? Как он вовремя довернул, да? Сюда, маленький, сюда. Сейчас, короче, в спину зайду и сделаю так. Тра-та-та-та-та. Да-да-да, сделал, проверяй. Сделал. Так, танкуем неплохо. Три косаря уже натанчили. Сюда, хэвика, сюда. Так, спугнуть хэвика, да, чтобы он не мешался. И мы спокойно могли разбираться с конем, да, с конем. Давай, давай, давай. Сюда. Конь хорошо играет, замечательно. Хорошо танкует. Думает, не, что-то броня слабовато. Откачу. Так, хэвик не светится. Там еще и бабаха, да? Ошибется? Бабаха ошибается. Есть, поджогом. Сюда. На петушителе бабаха катает. Обычно многие играют за паяком, да? А тут, видимо, на петушителя. На огнетушителя, извиняюсь. На огнетушителя осуждаю на всякий случай. Так, надо хэвика как-то выцелить. Как-то выцелить хэвика. И как нам это сделать, интересно, а? Осталось двое шотных слева. И хэвик вдальке, да? И хэвик вдальке. Че, постоим, похалдеем? Вот и хэвик. Сюда. Пропикал, да? Сейчас я, короче, пропикаю. Инфу дам, а там грилечки сзади отработают, да? Я только спросить, да? Я только спросить. И на полторушку. Бам-бам. Спросил, да? Спросил. Нам еще по хэвику хорошая альфа вылетела. 809. Чё? Чё, серьезно? Серьезно, броня не побрита. Броня не побрита. Да-да-да, хэвик, попал. Ну, еще один, говорит, я только спросить. Говорит, зайду, короче, сзади. Зайду сзади, зашел, да. Так, второй фраг есть. Коня, тебе не терпится в ангар, да? Ну, отправляйся в ангар, отправляйся. Третий фраг на месте, бабаха нас контролит, надо аккуратненько, танчи, хорошо, так. Чё, хэвик, спросил? Домой, четвертый фраг сюда, сзади поджимают, надо аккуратненько бабаху выпушивать, да? Бабаха уже заряженная, по идее, надо аккуратненько. Сюда, фраг, сюда. Бабаха сводилась, ошибка. Надо было просто без сводки стрелять.
Пятый фраг на месте. Пятый на месте. Так, 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 и что мы видим? Там ну, гриль поджал, да? И мантикора разбирает нашу ВКшку. Успеем? Сюда ж! Какая вертуха! Какая вертуха! Какая вертуха! Воин. Воин на месте! Воин на месте! Так. А мне интересно, как они там гору слили все, а? Вот как просто можно было гору слить? Которую вы заняли. Которую вы заняли. Тем более арты нету, да? Там, наверное, пацаны там выходили с горы. Так, сейчас я, короче, пропикаю. Сейчас пропикаю там на подъемчике, ребята. Быстренько настреляю, да? Настреляли, да, настреляли. Так, тут грилёчек, да, и Амикс. Ну, тут надо аккуратненько сыграть, потому что Амикс у нас играет справа, да, на грилёчке мы не можем перекатывать, потому что можем получить от Амикса в бортину, да? В бортину. Тут надо аккуратненько играть. И где грилёк? Где грилёк? Вот в чем вопрос. Один гриль появился на респе у нас, да? Сейчас там бабахи должны его разобрать, по идее. Да, и обратно чекаем спину. Чекаем спину, чтобы гриль не переехал, да? Я не заехал со спины, а то будет прям печально. По хп пока ровно, да? Идем пока что ровненько. Пока что ровненько, но 60 тп на горе. 60 тп на горе. Где гриль? Гриля не видно. Гриля не видно. Вот где гриль? Вопрос очень-очень хороший. И где у нас AMX? Куда у нас исчез AMX? Так, 60 тп. Шотный. Вот и гриль. Вот гриль едет. Вот и гриль летит. Гриль прям летит. Гриль ошибается. Накажем. Сюда. На тоненького. Прям на тоненького, да? Видели? На тоненького прям зашло. Седьмой фраг на месте. Седьмой на месте. У нас на взвод 9 фрагов уже. 9. Так, осталось двое. Осталось двое. AMX, да? И гриль. Где играет гриль, понятно. Где играет AMX? Он давно не светился. А мы еще и шотный. Получили шот от гриля прям обидные. Ну, надо было просто на верочку стрелять, на верочку. И грилю, правда, чуть-чуть не повезло, да? Прям в пиксель залетело. Прям в пиксель. Где AMX, неизвестно. Ждем. Ждем тогда. Так, остался AMX, получается. На респе, да, говорят? На респе. Вот AMX есть. Попадем? Давай, давай. Чё? Серьезно? Броня не побрита голдовым снарядом? Серьезно? Чё за Открутка, подкрутка, ясно. Ну чё это? Чё это? Броня не побрита голдовым снарядом. Как это может быть вообще? Как это может быть? Надеюсь, что все-таки огнетушитель не понадобился. Очень надеюсь, что огнетушитель после этого не понадобился. Но это вообще жесть. Ну реально жесть. Фул сводка, стреляю. Броня не побрита. Зато как в мантикору фул сводкой стреляю. Ой, вертуху как в мантикору кинуть. Как бы все окей, да? Все окей прям. Да, это обидно. Так, заберут, интересно, или нет? Затащат оставшиеся тащеры наши? Или не затащат? Вот AMX. Сюда его, сюда! Сюда! Нормально, красивый бой. А, что сказать, аплодисменты, просто аплодисменты. Бой прям классный. Ну, реально классный бой. Хорошо, вот Зодик отыграл. Левый фланг не сдержали, да, и попытались запушить, что Бачатик попытался, что ТВПшка, да, что Мантикора, да. ТВПшка прям вкатила вообще в наглую сзади. Но, к сожалению, ничего у нее не получилось. Красивый бой, красивый, динамичный. Показывает, как нужно отыгрывать на Е3
собственно говоря, на этой карте. Это идеальная позиция для Е3. Можем на Ronaldo сейви, да, и играть уже вот маленьких УВНчиков, скажем так, да. И хорошо танковать. Прям хорошо танковать. Собственно говоря, можем потихонечку переходить к результатам данного противостояния. И результаты у нас, собственно говоря, такие. Мастер. Мастер за мастерскую игру. Ну реально, за крутую игру мастер — это прям. То, что им нам надо. Костолом, дуэлянт, огонь на поражение, невозмутимый. Основной калибр воин. Так, 7 урончика, да, 7 фрагов, 5 критов, 6300 натанковали. 6300! 30 натанковали. Красавчик. Ну, прям красавчик. По опыту. Среднячок. Прям уверенный среднячок. На взводик 10к. Ой, 10 фрагов, да? 10 фрагов на взводик. Серьезно? Это вообще просто нонсенс. Такие игры даже не были на турнире Чака, если чё так. Вот если чё так, да? Так, 16 выстрелов, 16 попаданий, 13 пробития. 26к плюсе. 540 свободочки. Залутали. Залутали. Бой именно классный. Именно реально классный бой. А ваше мнение, ребят, пишите, пожалуйста, в комментарии. Как вы можете охарактеризовать данное противостояние? По мне это прям... Ну, то, что не хватало в последнее время. Такой динамичный, классный, интересный бой. Потому что обычно реплейчики мы можем наблюдать, что они скучноватые на Е3. Да, скучноватые, где там с позиции встал и что-то пытается сделать, тому подобное. Ну, короче, скучноватые. Тут прям именно динамика наблюдалась, вот что в целом и понравилось. На этом, собственно говоря, подведем итог. Бой. Крутейший. Не зря, собственно говоря, мы его разбирали. Да. Хотелось бы поблагодарить всех, кто оказывает поддержку. Напоминаю, что стримы проводятся ежедневно в 19 по Москве. Площадки YouTube, VK Play, Trovo и Twitch. Заглядывайте, задавайте свои вопросы, буду на них отвечать в прямом эфире. На этом, собственно говоря, все. Спасибо за внимание. Всем спасибо. Все свободны.